Так, прямой эфир. Потихоньку все присоединяется. Всем привет. Чтобы не мучить вас вечером, будем показывать что-нибудь вкусное днем. Ну что, любимая, на. Общайся. Спасибо. То есть я общайся. Да. Я хочу показать, как ты будешь это готовить. Привет, привет, всем привет. Тенячие ребрышки кушаем. О, Ксюх, привет. Это мы заказываем мясечко. Специально сейчас покажу, как оно называется. Вот в этой фирме. У них очень-очень вкусное мясо. Рассказывай, как ты будешь готовить. Как я буду готовить, учитывая, что ты оставил мясо почему-то замороженным. Оно замороженное? Да, оно замороженное. То, наверное, процесс готовки сильно продлится. Мы купили под него специальный соус. Дай я клубничку покажу. Ну, это десерт. Так. Нет, мы больше не болеем, мы все поправились. Это American Steak Sauce. Любимая меня не любит барбекю, поэтому посмотрим, что здесь. У нас здесь смесь всего-всего-всего. Ну, в основном то же самое, что и везде. Томатная паста, тростниковый сахар, белый уксус белого винограда, хрен, разные масла, горчицы, лимонные соки, аджики. Шпак, привет из Новосибирска. Привет! Спрашивают, как у тебя дела? Рассказывай. Как у меня дела? Первый выходной день. Мы готовим. Готовить мы любим. А вот то, что мясо у нас не успело отсырить. Растаять. Это проблема. Ого. Как я теперь буду его резать? Рассказывай. А? Я не знаю. Я не знала, что оно замерзло. Саша Ира, как Таиланд? Таиланд отлично. Да, Таиланд просто шикарно. Так что... Говорят, можно в духовку положить, так быстрее пусть оно отогреется. Быстрее. Ух, блин. Ну я не знала, что оно замерзло. Я знала. У нас нет микроволновки, мы не пользуемся микроволновкой. Саша не красит глаза, это татуировка. Говорят, нужен топор. Не нужен. Все, это уже все получилось? У меня все получается. О, круто. Ну, батарею, говорят, положить. Я сам как топор. И вот получается вот такое вот мясечко. Говорят, мы бедные, что ли, у нас с тобой микроволновки нет. Мы работаем над микроволновкой. А если делать операцию на гинекомастию, она же больше не появится? Нет, конечно. Вы убираете молочную железу, которая у вас все-таки гипертрофировалась и стала вырабатывать больше эстрогена, чем надо. И, соответственно, все. Этой железы нету, и проблемы связаны с ней нету. Как, в общем, даже проблемы с больше с водным балансом в организме, то есть количество отеков начинает уменьшаться. Это сказывается как и на мясонаборе, так и на сушке. Спрашивают, больно на глаза делать татуировку? Больно. И все? Что? А как вы хотите? Вы хотите услышать все сказочные ощущения в момент того, когда в открытый глаз вам бьет иголочка, да? Попадает красочка, у вас уже все болит, режет, а глазик не закрыт. Это только самое начало, да? Спрашивают, общаетесь ли с Прыгуновыми? Я тебе просто читаю что-то. Нет, не общаемся, мы лично их не знаем. Все в жизни возможно, может быть, познакомимся. А в каком клубе ты занимаешься? Спортивный клуб армии на Дивенской. У нас оттуда почти все перископы идут. Это не лак, на ногтях это гель-лак. Сколько вес у тебя? Был 124, а теперь 117.
немножко приболел. Да, гнусная ангина. Армия клуб, да, это на Девинской СК называется клуб. Сколько приемов пищи нужно для набора массы? Кому? Какого веса? Какие тренировки? С Кокляевым общаетесь? Общаемся. Раз в неделю точно общаемся. Спрашивают, какие планы на день? В кино сходить. Купили нижнее белье для любимой, для съемки, для окончательной серии нашего проекта «Фигура нашей мечты». Если бы любимая была бы не жадная, она бы показала бы, да, любимая? Ну ты жаденка? Жаденка. Так. Да, под общим наркозом делается операция на гинекомастию. Это больно. Операция? Операция не может быть больно. Вы же спите. Так, картошечка. Картошечка. О, как у нас все круто будет. Что лучше скушать на ночь, если кушать хочется? Что лучше скушать на ночь? Да, привет, привет из Эстонии. Грейпфрукт можно скушать на ночь. Можно скушать мандаринку, можно скушать апельсинку. Почему штаны? Почему штаны? Потому что я не успел еще раздеться, а дома мы голые. Это на закрытом канале, по предварительной оплате. Привет из Сызрани. Им привет. Сейчас у нас будет уже готово наше финальное блюдо. Привет из Латвии. Привет. Мы, кстати, когда собираемся с тобой в Латвию? Я не знаю. Когда у нас с тобой? После. После, ну, я думаю, что с марта где-то. Я не покажусь. Все просят меня показать. Я не хочу показываться. Я в домашнем вся лохматая и немножко приболевшая. Саша, почему щетина у тебя? Почему щетина? Потому что лазерная эпиляция мне не помогает. Я хочу отшпакать детей. Там кто-то желающий иметь от тебя детей. Сколько мы вместе уже? Вечность. Вечность? Да. Это прекрасно. Ты хочешь много картошки или немного? Не, немного я вообще есть не хочу. Спрашивают, когда можно заниматься после операции на гинекомастию. В среднем через 2-3 недели, в зависимости от того, пошла ли у вас лимфа, нужно лишь откачивать какую-то жидкость из пространства, откуда была убрана молочная железа, либо нет. Но, как правило, через 2 недели уже можно заниматься. Если звуки уберешь, будет хорошо. Для этого нужно наверх вниз потянуть экранчик. Да? Не. И убрать звуки. Ага, все убрала. Так. Ну, любишь готовить? На хорошей кухне, которой это не является. Через 2 недели мы переезжаем в нашу квартиру, где мы откроем новую рубрику «Готовка со шпаком», куда я буду приглашать своих друзей и заодно готовить сам. Он там, не соленый? Там я буду готовить очень хорошо. Сунь пальчик. Я очень чуть-чуть его прокапаю. Ну, какой-то странный на вкус. Но я могу полмяса сделать с ним, ага. А полмяса со старым соусом хочешь? Да, сделай мне, да, такой не хочу. Ты еще не знаешь, как он скажется, он же должен нормально замариноваться. Почему, слушай, все время спрашивают один и тот же вопрос, почему накрашены глаза и ногти? Не знаю, может быть, ему сделать ссылочку уже? Почему накрашены ногти? А с чего вы взяли, что они не должны быть накрашены? Да, Миша поправился уже и вовсю трудится. Не знаю, это... Нет, это какой-то новый соус, такой мне не нравится, он невкусный. Да, в еде очень капризная. Угу, не только в еде. Мы белье убирали час. Как нормальная девочка. Привет, привет. Как называется канал на Ютубе? Саша Шпак.
Так. Это табаско? Нет, это не табаско. Это ж, не знаю, какой-то мы попробовали новый соус. Вот этот вкусный точно. А вот это какой-то новый. А что, он скончился майонез? А, да. Молодец. Мы его забыли купить. Мы его не забыли купить? Мы его забыли мне сказать купить. Да? Да. Так, только соли одну штучку. Да. Фу. Все. Ну, будем смотреть, что получится. Опа. Так. Клубничка. Клубничка очень вкусная. Пробуем. Нет, мясо не будет сухое. Это же телятинка. И дорогая. Так, все, давай мне. Да, разговаривай с ним. Так. Так. Вкусно. Вкусно. Опа. Кормление Маси – это мое любимое дело после готовки. Опа. Она любит кормить черепашек в Доминикане. Так. Как называется наш обед, который мы сейчас готовим? Да никак он не называется. Это просто телятина, просто картошечка. Потом мы сейчас пойдем мерить белье, которое мы купили для съемки. У нас будет 6 и, возможно, 7 частей фигуры моей мечты, где мы рассказываем про Ирину операцию вместе с пластикой. Да, на еду мы тратим достаточно много. Челябинску привет. Значит, после операции можно продолжать стероиды, гинекомастия больше не появится. Ну, стероиды ваше личное дело, но гинекомастия не появится уж точно. Квартиру это не покажу, покажем квартиру, которая наша достраивается, точнее уже доремонтируется. Сегодня я не тренируюсь, потому что я все-таки еще немножко приболевший. Тренировался начну в понедельник, чтобы у меня иммунитет. Не умирал, сколько стоило сделать нос. Дорого, нос 1240 стоит сейчас. Спасибо за губы. Чья это квартира? Съемная квартира. Я же бедный. Поэтому снимаю. Вот. Соответственно, сейчас мы поедим клубничку, примерим одежду. После этого покушаем телятинку. И поедем в кино. И поедем в кино. Может, сейчас оттуда выйдем в перископ, пока будем пить кофе с пироженками. Это ж выходной день. Да. Для иммунитета кофе с пироженками самое то. Когда переезд? На следующих выходных. Все. Будет ли секс? Ну, конечно же, будет секс. Сейчас мы белье поденем, и будет секс. Будем его пачкать. Какое кино? Какое кино? А, не знаю, какое. Будет в кино, такое пойдем. Комедию ты хотела? Да. Какую? Про дедушку какой-то. С кем? Ну, дедушка там. С Данира. Да. Вот. Все. Все, спасибо. Всем пока. И мы еще увидим, почему крашу глаза. Господи, я их не крашу. Все, пока-пока. А мальчишки наши? Что, значит, мальчишки пишут?